Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами рубрика «Внимание на старт». Болейте за наших и сами устанавливайте личные рекорды. Если вам знакомы слова «татами» и «туше», значит, это мероприятие придется вам по вкусу. 9 декабря спортивный комплекс парка «Дубки» вновь откроет свои двери любителям единоборств. За кубок города Сестрорецка будут бороться спортсмены-вольники. Начало в 11:00. Подробности по телефону 437-2355. Вольная борьба – спортивное единоборство, в котором противники пытаются положить друг друга на лопатки, используя различные захваты, броски и перевороты, подножки и подсечки. Приходите посмотреть на отточенное мастерство юных спортсменов. 8 декабря состоится региональный турнир по самбо памяти чемпиона мира, первого чемпиона Европы по борьбе самбо Кюленина. Вас ждут бескомпромиссные поединки на татами среди юношей с 10 до 15 лет. Начало в 11:00 по адресу Дубковское шоссе, дом 42. Подробности по телефону 437-2355. Самбо – уникальный национальный вид спорта. Сегодня самбо развивается почти в 10 странах мира, и число его поклонников неуклонно растет. Приходи и познай многогранный мир единоборств. 9 декабря состоится очередной этап соревнований по мини-футболу в формате 5 на 5. За кубок Центра физической культуры, спорта и здоровья курортного района поборются мужчины 14 лет и старше. Еще не поздно вступить в гонку за главный приз. Начало в 11:00 на стадионе 435-й школы. Подробности регистрации по телефону 8-900-640-56-99. На сегодняшний день футбол является самым популярным и массовым видом спорта. В него играет 240 миллионов человек, то есть каждый 25-й житель Земли. Любишь футбол – играй. Любишь побеждать – приходи и забивай. И помните, день, проведенный с пользой для здоровья, подарит вам неделю отличного настроения. С вами была Екатерина Иванова. До встречи через неделю.